Привет, друзья и гости моего канала! Рада вас приветствовать и хочу показать вам мой новый рецепт. Этот салат я называю а-ля оливье. Уверена, многим он придется по душе. Для этого салата мне понадобились вот такие ингредиенты. Для начала 200 грамм шампиньонов порежу небольшими кубиками и поджарю их на сковороде. До испарения влаги жарю без масла, затем добавляю. Немного присолю и поперчу. Грибы уже пожарились, выключаю плиту, накрываю крышкой на 5 минут, затем пересыпаю в тарелку, чтобы остыли. 3 средних картофеля нарезаю мелким кубиком. Все овощи для салата я запекала в фольге в духовке, таким образом сохранились все витамины. Две моркови нарезаю также мелким кубиком. Далее нарезаю кубиком филе куриных бедрышек, у меня 350 грамм. Рекомендую использовать филе именно с бедрышек, так как оно будет более сочное и нежное в этом салате. 5 соленых огурчиков нарезаю также мелким кубиком. Сняла кожицу со свежего огурца и нарезаю также кубиком. В салат добавляю 2 трети банки зеленого горошка. Теперь нарезаю 3 куриных отварных яйца. Мелко нарезаю половину репчатого лука. Жареные грибы-шампиньоны уже остыли, добавляю их в салат. И последний штрих – это свежая зелень, петрушка и укроп. Перемешиваю весь салат. Заправляю майонезом только ту часть салата, которую будем есть сейчас. Остальную часть накрываю пленкой и убираю в холодильник. Если ждем гостей, тогда заправляем весь салат сразу перед подачей на стол. Конечно же, этот салат получается очень вкусным со свежим домашним майонезом. Ссылочку, как я его делаю, обязательно дам в описании под видео. Перчу и солю салат по вкусу. В этом салате есть грибы, и мне нравится, какой вкус и аромат они придают. Но если вы не любите грибы, вы можете не добавлять их сюда. Салат останется по-своему вкусным и ароматным. На этом все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте свою оценку и подписывайтесь на мой канал. Будем вместе готовить. С вами была Оксана. До следующих новых вкусных выпусков. Пока-пока.